Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем интересные факты о Колли. Колли – это жизнерадостные, любознательные и очень преданные собаки. Они выводились в качестве пастушьих, чтобы помогать человеку, и это назначение чувствуется в породе и по сей день. Одно из главных отличий Колли от других пастушьих пород – полное отсутствие агрессии. Это объясняется тем, что на Британских островах не было волков, и Колли не приходилось с ними бороться. Главной задачей Колли была организация стада, и собаки с ней идеально справлялись. Колли линяют один раз в год. Собрав их подшерсток в этот период, можно связать свитерок для одного человека. Их шерсть считается лечебной. Изделия из нее применяют для лечения ревматизма. Это могут быть пояса, носки и даже пледы или одеяла. Уникальная шерсть Колли не только согревает, но и снимает боль и помогает в лечении различных заболеваний. Поэтому ее так часто используют для вязания шапок, поясов и носков. Колли довольно чувствительны к солнцу, но при этом они очень редко перегреваются. Их шерсть действует как надежный кокон от жары. Колли входит в список самых умных собак. Она обладает очень чувствительным слухом. Зов хозяина питомец может услышать на расстоянии до 1,5 километра. Шотландские овчарки часто работают поводырями, а во время войны исполняли обязанности саперов, санитаров и даже связных. Британский рекорд долгожительства установила именно Колли по прозвищу Тэффи. Она прожила почти 28 лет. Известно, что подопечными Колли в полях были не только овцы, но также свиньи и козы. Тяжелый труд сделал собак сильными, быстрыми и выносливыми. Благодаря ветреной холодной погоде Колли имеют длинную шерсть, которая спасает их от замерзания. Длинношерстные Колли проявляют дружеское расположение и почти не бывают нервозными или агрессивными. Это жизнерадостные собаки, которые очень тесно привязываются к своим семьям. Они хорошие защитники дома, но будут также тепло принимать приглашенных гостей. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.